В китайском Удженне, что в провинции Чжэцзян, стартовал саммит Всемирной конференции по вопросам интернета. 3 дня участники из разных стран будут обсуждать вопросы безопасности в сети, культуры цифрового поведения, новейших технологий, а также принципов управления в интернете. Поздравительное письмо в адрес конференции направил Си Цзиньпин. В наше время цифровизация несет не только неоспоримые плюсы, но и угрозы. И председатель КНР призвал международное сообщество объединиться для построения более справедливого, разумного, открытого, инклюзивного и безопасного киберпространства. Смотрите наш сюжет из Чжэцзяна. Передовые технологии и новейшие приложения – все это можно найти на Всемирной интернет-конференции. Телекоммуникационные услуги в Китае уже шагнули в эпоху 5G, когда подключиться к сети можно где угодно. Мы используем беспилотные летательные аппараты для обслуживания сети 5G и линии электропередач. Дрон автоматически взлетает, патрулирует участок и сам возвращается для подзарядки. Нашумевшие приложения с метавселенными по-прежнему привлекают внимание. Программы позволяют людям создавать визуальных цифровых двойников и совершать действия в виртуальном мире. Очки с функцией дополненной реальности в разработке, они обещают стать новым прорывом. Модели понимают концепцию расстояния. Когда вы подходите к виртуальному продукту, он становится как бы больше. А если отдаляетесь, он снимается. Таким образом, программа Тонга чувствует дистанцию между вами и виртуальным объектом. Питание и безопасность – базовые понятия для глобальной сети. В Китае работают энергосберегающие базовые станции для поддержки устойчивого развития интернета. Это микроаккумулятор, который мы используем для базовых станций 5G. Он потребляет меньше энергии. Для каждого подключения это устройство может помочь операторам связи сэкономить 4000 юаней или около 600 долларов США. Участники отдельно уделяют внимание наработкам в области облачных вычислений и искусственного интеллекта. Интернет-конференция в Удженне продлится 3 дня. В ней примут участие более 400 компаний из 45 стран. Нин Хун, Си Цзиньпин.